В Болгарии прошел международный турнир по курашу на приз президента Республики Узбекистан. Мероприятие способствует пропаганде наших национальных обычаев, представлению потенциала нашего спорта на мировой арене. В соревнованиях приняли участие спортсмены почти из 20 стран мира. Бургас – локация проведения масштабных мероприятий, вновь площадка для первенства. Теперь уже международного турнира по курашу на приз президента Республики Узбекистан. Престиж соревнования, направленного на популяризацию национального вида единоборства Узбекистана, растет с каждым годом. Яркий тому показатель – количество участников. В этом году за главный приз поборолись спортсмены из 20 стран мира. На официальной церемонии открытия упомянули об истории кураша, его значимости не только в спортивном, но и культурном наследии народа Узбекистана. Представители Международной ассоциации кураша, Европейской конфедерации кураша, а также Федерации кураша Узбекистана и Болгарии выразили свое мнение о важности сохранения и популяризации данного вида спорта. Отмечено, что кураш сегодня не просто дисциплина с давней историей, но и вид спорта, который становится известным с каждым годом. Кураж для народа Узбекистана не просто спортивная дисциплина. Это история, это сила духа, уважение к сопернику, честность, равная борьба. Пожалуй, именно эти основные качества куража отличают его от других видов единоборств. Официальная церемония открытия соревнований продолжилась концертной программой, где выступили народные артисты Узбекистана, творческие коллективы и ансамбли. Это большой праздник для всех курашистов мира, потому что идет международный турнир, и этот турнир тем более ценится, что он носит на призе президента Республики Узбекистан. Здесь уже очень много собрались зрителей. Турнир проходит на высоком уровне. Очень такое грандиозное мероприятие. Расположенным на берегу Черного моря Бургасе мужчины соревновались в трех весовых категориях – 73, 90, 90 плюс килограммов. А женщины пробовали свои силы в весовых категориях 63 и 63 плюс килограмма. Самая захватывающая борьба среди мужчин завязалась в весовой категории 93 плюс. За звание лучшего борца претендовали сразу три спортсмена. Призер азиатских игр по курашу, чемпион континента и мира наш соотечественник Мухсин Хисамидинов, румынец Илья Данель Натея и борец из Болгарии Ашим Айлин. В финале остались Мухсин и Натея. Румынский спортсмен превосходил нашего соотечественника по физическим параметрам, что и стало основной причиной проигрыша Мухсина Хисамидинова. Несмотря на разницу в 70 килограммов, борец из Узбекистана пытался опередить соперника. В весовой категории в 73 килограмма спортсмен из Болгарии Базидар Темельков не оставил шансов соперникам и стал победителем главного приза. В том же весе второе место занял спортсмен из Греции Константинос Калатидис. Среди мужчин в весовой категории 90 килограммов первого места удостоился еще один борец из Болгарии Румен Радев. На втором месте украинский спортсмен Виталий Шерел. Соревнования среди женщин запомнились не менее интересным зрелищем. В весе 63 килограмма победительницей стала украинка Ольга Дрых. На втором месте спортсменка из Болгарии Эвелина Николова. В весовой категории 63 плюс килограммов первого места удостоилась еще одна представительница Украины Елизавета Литвиненко. Следом за ней разместилась Габриэла Гигова из Болгарии. В рамках международного турнира организована выставка образцов ремесленников, которые не оставили равнодушными гостей и жителей Бургаса.